18 марта, 14 год, Харьков, 14:08. Собирают подписи куда-то в Федеральное собрание России, что с призывами, я так понимаю, по поводу Крыма. Не вижу, конечно, там смысла особого, потому как минут 20 назад Путин объявил о том, что он присоединяет Крым и Севастополь в качестве субъектов Российской Федерации. Год. Путин уже объявил о присоединении Крыма и Севастополя к качеству субъектов России. Обращение жителей Востока Украины к президенту Российской Федерации, Федеральному собранию, парламенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации. Медленнее, да? Первая фраза должна идти в стиле от советского информа. Давайте пробуем, не получится, другому передам. А девочки есть у нас, молоденькие еще, извиняюсь? Давайте мне, девочки, идите сюда. Идите сюда, не боитесь, да? Вот у девочки. У вас есть девочки? У меня хорошая, правильная. Обращение жителей Украины к президенту России. Я думаю, сейчас организаторы. Министерству иностранных дел Российской Федерации. Я могу показать. Так, номер два. Обращение жителей Востока Украины к президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации.
Супер, два. У кого дамы распознать? Давайте. А, все. 20? Да, там где? 20, 40, да? Там дамы распознать. Так, люди, всему-всему. А, тишина полная во время. Тишина полная. Поэтому, когда я говорю, начали, тогда начали, остальные тишина. Не волнуемся никто. Начали. Хорошо, давайте не качаем. Копия, давайте так, дайте такое. Копия, копия, ОБСЧ, так что. Вот как вот, знаете, такая нельзя. Сейчас. Начали. Еще раз, вы как знаете, как из тропи, как Совет Европы. Вы там за деньги поняли, да? Поехали, начали. Еще раз. Копия. Еще раз. Копия. ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Нет, третий, да, моя госпожа. Начали? Да, мы идем туда. Все так приготовились, все так в ожидании. Ну что? Готовились. А можно подругу поменять? А его не видно? Хорошо, давай. Они будут без холода. Так, пятый нас объединяет, четвертый, мы люди разум национальности. 14:19 по Киеву. Минут 40 назад Владимир Владимирович Путин объявил о том, что присоединяет Крым, Севастополь к Российской Федерации. Такие дела. Один человек, обычный как в жизни. Принимаешь решение, потом расхлебываешь их последствия. А тут человек принял решение, расхлебывать его будут. Вся Россия будет расхлебывать. И после смерти этого человека будет расхлебывать. Вот такие пироги. Нас объединяет Родина. Украина!
Украина! Одна! Одна, одна! Второй раз! Без нас уже все, что знает. Второй раз я не знаю. Не буду идти оператора. Нас объединяет Родина! Украина! А теперь вместе! У меня Россия родина. Я вдвойне обиден. За упыря этого. Не до Наполеона. Что теперь России придется выплевывать, так это и думать страшно. Мы строим свое государство. Будем не русское, я же... Еще раз. Не, ну на этого тихо, конечно, такие вещи не подействуют. Номер 8. Давай, говорим, громко.